Муженек-то мой молодец. Ну как? Эмоции? Вот, ребята, какие видео, а? Вот, собственно говоря, чем я сейчас занимаюсь. Наконец-то, вот хоть 6 дней отдохну. Ну, а завтра, к сожалению, домой и буду готовить вам следующий видосик. Кстати, где мы находимся? Мы находимся база отдыха «Золотой берег», который я когда-то в начале создания своего канала писал видос. Вот я тут в связи с тем, что у меня канал, скажем так, специфический, никто его толком не смотрел. Поэтому под следующим видео оставлю ссылочку на то, какая здесь территория, как здесь классно и так далее, и так прочее. Ну а с вами все, до новых встреч. Всем пока. Да, по скрипту, собственно говоря, вот она горочка. Самое интересное здесь, это в этом году построили аквапарк с бассейнами. Вот детский бассейн с горками, там фонтанчики всякие, грибочки, да, тут клоуны и так далее. И далее там тот бассейн. И тут сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Пять горок, плюс вот это вот самое прикольное, захватывающее дух. В Бердянске есть свой аквапарк, более, конечно, крутой, более такой, горок там гораздо больше. Ну, там и цена более космос, нежели тут. Тут тоже можно отдельно приехать, покупаться, поплавать, покататься. Ну вот, собственно говоря, бассейн общий. Тоже гидромассажи, тоже прикольчики разные. Вылупилось. Так что вот это тоже домики на территории Золотого берега, это со сруба. Вон там вход для посетителей, которые вне базы отдыха, собственно говоря. Вот такой стиль Турции.